Так, ну логично было уж сделать дайджест по второй разминке. И можно сказать, что она была стоящей. Вот. На это было на ее конец. Первую прокатала Алина Урушарца, одна из самых высоких фигуристок на этом турнире. Завалила первый прыжок. Ну а так-то все молодец. Чё? Ну как-то так. Ладно, не молодец. Не задевала. Так, Александр Офегин. Ну, запомнилось вращением. Больше ничего не скажу. Хотя ладно, тут вроде бы еще музыка должна была быть. Но... Сатока Миохара. Погрузил нас в мир классики. Классики фигурного катания, но эта классика уже давно отошла на задний план. Ну и, конечно, косякнула она серьезно. Завалила несколько прыжков. Падение ей засчитали. Дедакшн поставили. Ну а дальше началось. Вот. Шведка дала прям по полной. Это было что-то нереальное. Такой презентации Трусова позавидуют просто реально. Даже Медведя Попов позавидуют. Это было что-то вообще классное. И заметьте, компоненты превосходят элементы. Дальше катала финка Дженни Сааринен. Позорно покатала, потому что одно падение, второе падение. Ну ладно, это было не падение, но все равно серьезно, наше падение. 6 дедакшенов. Ужас просто какой-то. Екатерина Рябова, в отличие от Риги Кихиры, которая на свое 23-летие откаталась, мягко говоря, очень плохо. Екатерина Рябова сделала все, что могла, и подарила себе на 18-летие такой вот результат.